сколько мы, 7 игр уже проиграли подряд. Вот сегодня заряженные вышли с первых минут, вроде неплохо получалось все. Вот, в конце уже как-то на удержание счета играли, как-то больше атак. Удержание счета — это тоже со стороны тренеров было? Ну да, в принципе, да. Со стороны тренеров, и как бы парни сами все понимают, пропускать там, одну пропустить, там может и вторая какая-нибудь, ну, горяшка какая-нибудь залетит, и как бы уже тяжело будет играть. Ваше привычное звено сегодня распалось, в чем причина? Не знаю, это как бы тренера уже как и решили, там, я не знаю, почему так. Как лично тебе сыгралось с новым партнером? Да неплохо, мне со всеми, и со старыми нравилось, и с новыми, не знаю, без разницы. Хотелось оформить хет-трик, и что не получилось для этого? Ну, хотелось, конечно, но там уже я не думал об этом на самом деле. Главное, победа нужна была сегодня.